Здравствуйте. Ну, наконец-то этот день настал. И, конечно, к радости, что это не пятница, а сегодня вторник. Нашли доктора, который может побыстрее смотреть лошадку. Ну, надеюсь, мы едем совершать покупку. Будет опять осмотр, так как осматривали медведя. Кто у меня на канале, знают, видели, как вся эта церемония происходит. Сейчас мы едем за тренером на конюшне. Ее трейлер там находится. Так что мы сейчас огородами, полями и лугами среди нашей красоты, ферм. Быстренько туда и подъедем от нашего дома, ну, минут 5-10. Все очень быстро. Вот здесь коровок держит, громадная ферма. Сейчас проезжаем. Здесь не частники, а какая-то организация. Тут, видите, громадное здание. Да, там вентиляция у них сделана на открытом. И везде, видите, вентиляция, чтобы тоже гоняло воздух. Там много коров бело-черных. Они выращивают молочные породы. Да, и выращивают здесь и молодняк. Тут и маленькие есть. Ну, спереди там у них тоже корма находится. И все это громадное поле, где они могут пастись. В общем, все как всегда. Проезжаем слева сейчас громадное поле кукурузы. Она уже вымахала выше человеческого роста. И туда реально, если зайти, можно заблудиться. Вот здесь спереди еще ихнее место. Тут и трактора, и всякая техника. И вон там, видите, маленькие беленькие домики для молодняка, которая родилась, которые уже от мамы обучают. Ну, а вот такого типа, видите, сделан дом. У нас это называется лог-хаус. Это... Да, здесь видно хорошо. Уже там пару коров куда-то везут. Здесь у них, видите, все обустроено. Корма и все. Угу. Красивая здесь дорога. Так что надеюсь, что у нас никто ничего плохого не обнаружит. Надеюсь, что лошадка наконец наша. Имя мы уже придумали. Патрисия назовет ее Зара. Ну, это еще не 100%, но 99% точно. Нравится нам это имя. Это обозначает восходящее, восход. А с какого это языка? Это... Происхождение имени? Это богини. Боги какие? Греческие или нет? Славик. Греческие. Такие вещи. Ага. Интересно. Никс выходит из... Никси. Никс коротко идет из греческих боги, богини. Зараз славянские? Да. Понятно. Так что, ребята, больше время, внимания ваше тратить не буду. Начну снимать уже на месте. Like yeah, nice beautiful flower, yes. I don't know what it's perfume? Yeah, it's perfume. I didn't really take a shower, but I got in the shower real quick. I got in the shower real quick just to like wash myself off, not actually take a shower. Yeah, yeah. And I realized that I didn't have deodorant. Здесь стоят их трейлеры. So I was like, oh my ну god. Вот. Маленький yeah. разный размер, видите, I have never пользуется. Ну, я выходить не буду. Девчонки сейчас сами. Посмотреть? Можно посмотреть. Ну, раз зовут, надо идти. Гусыня. Бабушка. Выходи уже. Тут я выпадаю, машина большая, Карлсон. Всегда выпадаю из него. Ну вот, сейчас подсоединят. Все будет хорошо. Надеюсь. Вот какое поколение новое. Все девчонки могут. Машины водят, на лошадях ездят. Да еще с такими прицепами, смотрите. Это 16 фита. А сколько по метрам? 6 фита, это уже 2 метра. А тут 16. Угу. Так. Здесь складывать вещи.
Она едет кататься. Вон у нее, видите, какой здесь такой маленький отдел, где есть и ведерко, и все, что надо, и корм, и всякие уздечки, сумка ее. Иногда берет лошадку, чтобы куда-то поехать в горы кататься. Ну, здесь вот нам такое надо. Вот это про то, что я говорила. У нас с краю оставлено место. Вот 60 фитов надо будет вот такой кружок выстроить из металла такого, чтобы Патрисия могла со своей лошадкой тренироваться, гонять ее по кругу. Ну и другие упражнения, какие они там думают. Чен сказала, поможет то, что дальше ближе и быстрее войти в контакт с лошадкой. Ну и всякое такое, очень полезные советы. Вот тут налево, как они тут показывают, это помогать учить лошадей не бояться, когда на тропинке, знаешь, разные шарик штучки, двигается. Да, проходить, вон через там вот висят. Эти пойти. Висят, видите, там такие, надо через нее пройти. Шарик вон. Здесь еще что-то там поставлено, препятствие. На полу, вон, видите, там прикрыты всякие, там вон там тоже. Иногда лошади боятся. Вон мяч большой. Обучают здесь. Здесь хорошая школа, очень хорошие тренеры. Угу. Так, ну вот. Сейчас она подъедет поближе. Дверь надо было закрыть, нет? Не мешает? У нас, видите, какое небо замечательное. Просто красотища. Ой, ветер будет шуметь. Так. Как почти что. Почти что тютелька в тютельку. Немножко, чуть приподнять надо. Так. Ну, идеально. Она говорит, маленькая, еще поближе могу. Да. Вот все, слишком взяла. Чуть-чуть назад. Или будет нормально. Ох, девчонки. Какие классные девчонки. Еще. Патрисия, ты трейлер никогда не таскала. Сегодня мы поехали на нашей машине. Так, ну. You're close. Good. You're right on. Ох, как жарит. Жарит солнце. Колоссально. Туда дальше можно уйти, туда дальше залезть. Там тропинки есть, здесь очень много. Мест, где можно гулять с лошадкой потом, помимо всяких тренировок. Смотри, она понижила, да? Угу. Она говорит, вот этот трик, что мне нравится делать. Чтобы там пынкш. Слав. Да, я уже об этом подумала. Может быть, ты там ей. Или же ей надо опять подъехать. Чуть-чуть. Ну, правильно. Оп, оп, вот сейчас она. Оп, оп, стоп, 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 все. Есть. Сейчас станет идеально. Perfect. Yeah. Хлоп, perfect. Все. Взяли шарик. Отлично. Thank you.
have an attack room? Or do you want me to... Там муравьев столько на этой штучке. Ищу сразу место, где укрыться. Ничего пусто в природе не бывает. Или растение, или живность берет в свои права руки. Так. Блокираторы. Чтобы не катилась машина. Ну вот, сейчас мы поедем. Да, место нам... 1.5 часа. Мы уже предупредили, что чуть-чуть мы немножко опаздываем. Капельку. Уже знает хозяин, знает доктор. Так, ладно. Ну все, будем прощаться с этим очень классным местом. Готово. Ну, девчонки, с Богом, поехали. Думаю, у нас все получится сегодня. Красивая. Очень красивая, да. Дёрси порода светлая, русские. So тут бычок, там еще один бычок шикарный был. Вообще такой раскраски. Красота. Нам надо остановиться как здесь. Наверх, на глаза. Брови, да. Ой, как она любопытная стоит, смотрит, кто приехал. Да. А там вон какая белая спина у быка. Гляньте, там он просто гигант. Мы решили оставить здесь, на стороне, потому что... И внук поехал, со школы забрали. Потому что там наверху не выкрутится никак. Закрыла? Кошелек твой где? Ай, какая любопытная девчонка. Да? Нюни. Рожки острые. Любопытствует, кто приехал. Так, мы идем наверх, потому что там не раскрутиться. Вы видели, там как мало места, даже нельзя было толком нормально лошадку проверить. Так что, не знаю, доктор может быть уже на месте. Мы чуть-чуть поздно. Но сейчас это займет. Там где-то присесть можно будет, интересно? Будет, да. Самое ужасное, ребят, что я заболела. Недавно болел мой муж, до сих пор болеет, и дочка. Короче, у нас тут вирусы всякие гуляют. Говоришь сейчас и уходишь, ты задохнешься. Еще задохнусь сейчас. У меня под 38 температура, но уже назад мы не повернули. Градусник был с собой. Давление 167. Короче, все 33 удовольствия. Но отменять поездку уже я не стала. Столько мы катаемся, едем. Ой-ой-ой. Поднялись наконец. Вон наша лошадка стоит готовая. Врача нет, что ли? Нет врача? Операция у него была. Доктор, который приедет смотреть, он здесь на Расват в районе. Он выходит на вызовы ночью, когда коровы рожают. И он делает операции. В общем, он мастер на все руки. Вы слушайте, что там творится. Там много этих псов. Вот наша лошадка. Вон наша ляля. Зара. Зара? 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 Ты красотка? А, поедешь домой к нам? Как тут что будет? Ну, только никакая опять осечка, ребят. Это невозможно тогда. Постоянно эти лошадки находятся на далеких расстояниях. И Северная Каролина, и Джорджия, в Атланте много. Южная Каролина. Короче, вот так. Еще. Я снимаю, я хочу фото сделать, а нажала на видео. И пропустила, ну ладно. Мы ждем доктора. У доктора последнюю минуту была операция. Сказал, сейчас 20 минут надо ждать. Патрисия связалась. Ну, приходится. Приходится ждать, ребята. Что делать? Этот доктор скорая помощь. На разрыв в этой арии, в этом месте. Не может корова разродиться или еще что-то. Ой, она назевает, она спать хочет. Зара. Ей подходит это имя, как думаете? Красотка Зара.
Она больше похожа на этих английских беговых, чистопородных. Как я уже говорила, это смесь вот этой чистопородной английской лошади и quarter horse, которые называют, которые тоже беговые, они более приземистые, более крепкие. Вот порода, которую скрестили, вот это и есть порода. Так смешно называется аппендикс. Это порода. Но она больше похожа на этих английских беговых по своему росту. Ну, крепкие ляжки, ножки. И, конечно, высокая. Те более приземлистые. И никогда не знаешь, какие дети получатся. Так что скрещенная из двух породистых лошадей. Ну, теперь осталось только проверить ее состояние. Я думаю, никаких проблем не будет. Надеюсь. Наконец приехал доктор. Это было не 22 минуты, как сказали, а целый час. Но зато много что выспросили, много что узнали. Ну, разную информацию. Нормально? Очень внимательно прослушивает ее, как она дышит, и сердце. Смотрит глазки. Послушно все дает, так спокойно. Видите, она абсолютно спокойно все дает делать. Это очень здорово. Потому что надо будет и зубки смотреть потом делать, если что. И надо будет одеть на копыта туфли. Да, конечно, он приехал попозже. Начинает темнеть на глазах. Возраст 15-16 лет, говорит. Так выглядит. Они умеют определять по зубам. Кто-то им назвал этот, что ей 16 лет. Он говорит, нет, она ближе 15. Ну, 15-16, ну 15. Can is there any way they can you can do it on the soft ground over here where it doesn't? Yeah, but it could have. She got. Shouldn't have shoes on. Okay. Yeah. I saw that face down there when you first hit the top of the hill. That seemed like a good one. Хочешь, чтобы она походила, будет ноги проверять будет. Проверять, как там сгибается все это. Ну вот, уже было в предыдущем видео, как медведя мы смотрели, практически это не отличается все это. Ему нужно ровное место, чтобы посмотреть, как она бегает. У нее не одеты туфельки,
поэтому ей не очень хорошо будет комфортно по этим камням. Она в основном на поле паслась. Туфли надо будет делать, конечно. Там вот девчонка Paint, порода, вот эта белая с коричневым, с большим характером. Это ее подруг, друг, этот мальчик этот. Серьезно? Да, видишь? Ай, бедная. Он интересуется, туда идет. Ну вот, нам тоже надо будет друга найти ей, чтобы она одна не была. Ой-ой-ой, она смотрит, повели. Как это печально, черт побери. Посмотрите, бежит прямо, видит, что его уводят. Не знаю, мне сердце рвется из-за этих всех вещей. Ай, как я уже говорила, этими лошадьми тут торгуют, как пирожками горячими. По разным причинам отдают. Кто-то больше содержать не может, кто-то переехал, у кого-то денег не хватает, потерял работу. В общем, кто-то умер. Ну, а для кого-то это бизнес. Купил-продал, купил-продал, купил-продал. А у него, вон, видите, оказывается, вон там. Видите, как реагирует. Смотрит. Да уж, печально. Вот поэтому я и взяла 3 коровы. Не стала разделять. Ехала за 2, а купила 3. Там нашли ровную полянку. Сейчас доктор будет там смотреть, что-то делать с ней. Хочет, чтобы она походила, побежала, не знаю. Здесь очень, видите, какая горная местность. Мы петляли и шли наверх. Ох, красавец. О, какой красавец там стоит. Будет проверять, наверное, ножки. Ну, за то время, что мы уехали, приехали опять, ничего не случилось, все в порядке с лошадкой. Похоже. Ах ты, как нервничает. Ах, как нервничает. Подружку его заберут. You see, Алёша? I think we'll be missed. Because she friend for him. Ах, как он там насторожился. Боже, кошмар, кошмар. Ух, как переживает. Вы посмотрите. Вот это мне всегда просто так печально. Ай-яй-яй. Они же и плачут, они тоскуют, им больно, блин. Все как у людей. Какие там эмоции и переживания. Немножко, да. Дыхание пошло. Угу. Он будет слушать легкие. Как переживает, смотри, он, Ляль. Как он переживает страшно. Mm. Это друг ее. Ну, они друзья стали, как они пришли сюда. Ай-яй. Сейчас будет слушать после пробежки, как работает сердце и дыхание, как идет. Я не могу. Будет тосковать, наверное. Чувствует, наверное, что тут что-то происходит. Они же чувствуют все. You're gonna be lost, buddy. And actually, it's a good thing, because you need some alone time. Yeah, he's like, I don't agree with that. I agree with that. Somebody's got to take him out and teach him what it's like to be a horse. A lonesome horse. He was a PMU baby, and so he never really got that, you know, the mommy teaching. Мне так печально это видеть, ой, это baby. Ужас. Но он пользуется моментом, травку ест. Делайте, что хотите. Это да. Как спокойно. Считай, я добегала для вас. Да, все. Спрашивает, рожала она, да? Mm-hmm. Не, они не знают про это. It's hard to say. I know that originally...
Amber said that she came out of Ocala, Florida. Probably used an English, writing program of some kind. She doesn't seem to have a tattoo. We looked. Yeah, well, they use them, can also use them for time. Horses too. Зубчики смотрят внутри. И залазят они там в этот рот, не боятся ничего. Она там траву нарвала, он в эту траву выкидывает. You took away all my grass. Вытащил всю траву, правда. Она набрала, он все выкинул. Ай-яй. Язык вон держит на сторону, гляньте, чтобы можно было посмотреть. Дочка скоро пойдет в ветеринарку стать сама. Это то же самое, она вот такая. Доминика? Да. Бедный. Язык туда-сюда. Смотрит зубы ее. Man, she's handling that like a champ. She is. Спокойная, знаешь, дает все это. Это хорошо. Это girl, очень хорошо. You'd have to sedate Buckshot to get him to stand still for that. Значит, легко будет чинить, если что. Без проблем. Okay, let's turn her around and we'll do a flexion test on those back feet. That's like, I don't know why. Anytime any of the vets do flexion tests on our lesson horses, that's my favorite part. Let's come up this way that we'll have enough room to jump her off. Holding it together. Still sleeping. Yeah. You want a trotter? Yeah. A trotter? Yeah. Are you kidding? Really? Wow, this is cool. Have you never seen one of these? No. Oh, they're awesome. Like, от того коня отказалась когда-то мама. Он не знает, как быть конем. Он не объезженный и не обученный. Но с того момента, как появилась здесь у них дома вот эта лошадка, кто-то продал, купил на аукционе во Флориде, и вот они приобрели ее потом, то они сдружились очень здорово с тем конем. И она ему как мама начинала там его, ну, как-то, знаете, как курица цыплят обучает, так и здесь. Они так приросли друг к другу за эти 1.5-2 месяца, что вот видите, какая драма на глазах происходит. Это ужас. See, I'm learning something new. I've never seen this thing. I love it. I don't know why. It's my favorite. I think you can learn a lot from it, from what I'm realizing, just from in general with all of this. And I'm like, we do it quite frequently at the barn with the horses. Бежит легко. Без проблем. Угу. Он зажал ногу на 30 секунд, поднял там, согнул хорошенечко и просит, чтобы побежала лошадка и смотрит на ее походку. Ну, что не хромает, что там эти все связки, сухожилия внизу. Что? Идем назад наверх, вперед. Там кататься можно наверху чуть-чуть. Ну, на ее не будут кататься сейчас. Угу. Они все смотрят на физику, ты ставишь человека на лошадь, тогда уже будет как-то, ну, по-другому показываться. Угу. Посоветовал сделать вакцину, она идет против многих вещей, если поцарапается, там еще что-то, против всяких инфекций. Короче,
Сейчас он сделает укол. Этот укол стоит $100. Ну и визит его здесь тоже стоит 150, если кому интересно. 250 за сервис от доктора. Он сейчас будет делать ей укол. Стемнело совсем. Быстро стемнело. Mom, I'm not sure. Amber did not let me know that. Yeah, so I'm not sure. If you wanted me to, I could go ahead and float her teeth. You wanted to do that while she's here. How much do you charge for it? It's $35. $35 что-то зубами посмотреть. I mean, I don't see why not. Патрисия говорит, я не вижу, почему нельзя это делать. Он говорит, я и ночью работаю, и в любое время. А что с зубками он хочет? Он хочет подточить их. А, подточить. Да, он там спрашивает, острый... хочешь, можем сделать зубы сейчас? Ну, сколько? Шикарно. 35. Шикарно, пусть делают. Значит, еще плюс 35. $250, 150 было визит, $100 укол. 250. Выходит, и тогда... 285. Ну, что-то такое. Около 300, ну, неплохо. Уже совсем темно, он сейчас быстренько подточит. Нужно только... Нужен этот... вода. Он так быстро укол сделал, я даже не видела. Так быстро укол сделал. Да, все, сделал. Быстро, все. Нужна вода. I mean, if they can be taken care of now, why not at that point? And then ну, хорошо. Нам останется только ножки обработать, туфли одеть, он советует, рекомендует. Боже, какой лай, там ночью, что ли, так у соседей? Видите, как на глазах темнеет, ребята. Темная съемка опять у нас. В прошлый раз ездили к арабскому коню, точно так же снимала в темноте. Ну, скажи, что мы уже заканчиваем. Лошадка нормально. Карлос волнуется. Нам большая дорога назад еще. Не боится она ни погоды. Ей, как это сказала Доминика, что все равно гром молнии. Она на поле может находиться, она может и на барне, если хотите, заводить. Но мы будем делать это где-то неделя вторая. Уже сняли мерку. Будем все-таки все равно делать место, где она будет находиться. Когда идут очень у нас плохие погодные условия, все-таки мне не нравится, что она будет находиться на поле и где-то там в лесу, где все это шевелится. Но я вижу, что она вообще абсолютно совершенно нормально реагирует на все. Очень спокойно. Она меняется только тогда, когда она чувствует какую-то работу или езду. А так прям смотрите, как медведь, делайте, что вы хотите с ней. Это просто великолепно, что у нее такой замечательный характер. Он берет ведро, там надо налить воду. Он сейчас подточит зубы. Обычно эта процедура делается... Ля-ля, как часто процедура делается с зубами? Как часто процедура делается? Смотреть на какие лошадей. Есть какие-то лошадей, что он каждые 6 месяцев, какие-то 8 месяцев, какие-то в 4 месяца. Ага. Смотреть. Они когда жуют, обтачивают, там острые просто. Ну, вот так, считай, они вот так кушают uh-huh, uh-huh. и берут. А вот остается на концовке, вот тут острые. Надо и их, надо да. поточить, или будет порезать щеки. Так сколько ей лет? 15? Он говорит 15-16. Ну, посмотрим. Хорошо, что можно зубчики сделать. Не знаю, будет вам видно или нет. Ужас, точить зубы, это мне такой кошмар вообще. Слышите, какой звук? Острые края надо убрать. Спокойно, без проблем. Да, дает спокойно. Представляете, ребята, по вашим зубам таким бы напильником. Пытки. Она держит за язык на стороне, чтобы рот не закрывался. With no sedation too. Denver's like that. Yeah. Denver's like that. Gypsy's not. You got really sedate Gypsy. You hurt her teeth. Okay.
she about falls over. She's so sedated. She's got her legs crossed. She's just standing there, копыта спереди. Смотрите, балерина. Как встала. О май гад. Не знаю, что вам видно. Какая жуть. Посмотрите, послушайте этот звук. Наверное, сейчас у всех скулы свело. Конкретно. Ой-ой-ой. Ой, бедная вздыхает. Все, доктор уезжает. Свяжемся с ним завтра с 8 утра. А там, смотрите, какая луна сумасшедшая. Какая красивая. Так, ладно, все. Сколько сейчас время вообще? Сейчас 9:03. 9 часов. Все. Осень идет на голову. Все, доктор поехал. Сейчас будем рассчитываться за лошадку. Поменяем ей уздечку, которая на ней одета. Мы привезли свою. И поведем ее вниз. Все, дальше покажу, как ее посадим в трейлер. Ну, а дальше дорога домой, ребята. Дело свершилось. Сколько мы ездили, смотрели. Я не все брала везде видео делать. Что-то по пути вдруг появлялось где-то. Шли в магазин, а звонок, что да, можете приехать сегодня. Ну, в общем, это, я думаю, самый лучший вариант, который произошел сегодня. Nothing, Patricia, don't talk with him. We was busy. She was talking with doctor. Так. Окей. Все, дошли, наконец, до низу. Также в тибетском центре в горах. Ничего не видно. С фонарем надо идти. Ну вот, наш трейлер, наша машина. Сейчас. Она покакала тут. Слишком много всяких было у нее сегодня. Вот она будет сейчас заводить ее. Ченс помогает. Не хочет идти, Ляль? Или траву хочет? Вот так поздно мы приехали. Но по-другому никак было. Ченс смогла после работы только ехать. Переносить больше на какие-то дни. Тоже хозяева не хотели держать больше. Хотели скорее. Сказали, тут и с кормежкой проблема, и 5-10. Ну, в общем, забирайте побыстрее. Он до сих пор плачет, вон там наверху. До сих пор он плачет. Начинает лучший вариант отсюда заводить. Извините. Патрисия вон делает кружок. Есть хочет лошадь. Голодная. Ай, господи, надо сейчас ее как-то туда заправить. В трейлер. Завести. Так, 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 по-быстрому. Быстрее, быстрее, быстрее. Ай, толкает Ченс ее.
под попку взяли, видите, под задницу взяли, под ноги. Поводок сильный. Не хочет она заходить внутрь. Не хочет заходить внутрь. Она попробует сама сейчас по-другому как-то. Видите? Ой, ничего не видно, ребята. Мне все равно, говорит, нравится тебе это или нет. Продолжай двигаться. Ой, надоели вы мне. Подумай, маленько. Видишь, сейчас темно, она не видит ничего, ей некомфортно. Сейчас темно, некомфортно лошадке. Нет, они тоже только так сказали, что ей трудности заходить на трейлер маленько. А. Может быть, какая-то бывшая травма была, и что-то она нервничает маленько, когда она заходит. Но здесь открытый, полностью хороший, просторный, открытый. Не такой, как там кишка у них вариант. С загибом, где она пугалась. Здесь ничего не видно. Ай-яй, сейчас будем 2 часа ее загонять. Ченс, конечно, такая молодец. У нее опыт просто большой, великолепный, с лошадьми. Алеша устал уже. Школа началась уже. Ну, Патрисия довольна. Черти что. Я не думала, что такая проблема будет. Не такая страшная. Она ее отработает сейчас так маленько. Отрабатывает вот так. Мы в темноте уже будем дома на поле выгонять ее. Тоже. Крутит, крутит ее. Вам ничего не видно. Пошли, пошли. А тут бедный ржет наверху, все плачет. Не хочет идти. Ой, она уже более жестко берет. Уже более жестко, смотрите. Не сильно, конечно, но по попке дает. Что остается делать? Ехать-то нам надо. Упирается. Вот уперлась. Не двигается. Вам, ребят, ничего не видно тут, что происходит. Смотри, упирается, не идет. Ляль, подзаряжай телефон. Надо машину включить для этого. Не хочет. Вот вам, пожалуйста. Ай-яй. I know, you don't understand. I've been spinning you around, so this is not what it's supposed to be. Слушает, слушает, что тот кричит. Реально возникла проблема. Под попу взяла этот поводок, надела специально. Может быть, темно, надо посветить внутрь. Она в темноту, может, боится идти, я не знаю. Ай-яй. Идет назад, идет назад. Ну, черти что. Yeah.
Нервничает, обкакалась. Но это нервы. Ну, просто так, да. Вот, вот. I think it would help if she could see it. See up in there. If anybody could go in there. Yep. And just show them that it's not a scary black hole. Good. Ay, ay. Look at it. Let's look at it. Alyosha, give lights. Stand from the outside, yeah. You can shine it in. You can, what she can see. Because she maybe don't want to go in the darkness. Dark place. Не хочет, может, заходить в темноту. Доминика зашла уже внутрь. Показать, что там кто-то стоит. Бедная, она тут обкакалась и раз, и два от нервов. Нет, это тут уже было. Это... Было это? Она один раз вышла. Careful, car's coming. Кто-то едет. О, черт. Кто-то едет. Дорога деревенская, но люди живут везде. Видите? Чтобы она там не завалилась, тут везде овраги такие. Человек остановился. Дает увести лошадь в сторону. Смотри, как уперлась и не сдвинуть. Сильная. Так, встали на траву. Все, можно ехать. Давайте. Успевает и траву еще пожевать, сорвать. Говорит, посмотри, вот, стои, просто смотри, видишь, все хорошо. Смотри, все хорошо. Да, ребята, проблема. Ой, тут мне сердце рвет наверху. Здесь поводок какой-то валяется. Да, это другой поводок этот. Ой, то в темноте потом не увидите. Это твой, Ляля, да? Это ее. Девочки? Доминики? Нет, наша, Чанса. А, понятно. Я взяла на всякий случай. I know, it's scary, isn't it? I know. Патрисия пытается успокоить, обнимает. Черт, что. Там просторно. Ну, тут без приключений, видите, не обошлось без приключений. Крутит, крутит ее, чтобы опять еще один заход. Она становится, упирается. Сильная такая, не сдвинешь. Что вы сейчас видите? Ничего, только мои комментарии. Еще раз говорить, давай. Не думаю, что брыкнет сзади, но кто знает. Она заворачивает Патрисию в сторону, все, не идет. Опа! Давай. Заходи с ней, говори, заходи с ней. Наконец-то.
Хорошая девочка. Все, хорошая девочка. О май гад. Ляля, выходи, все. Окей, necessary. Дверь, может быть, придержать надо дверь. Она не пойдет назад? Ой-ой-ой-ой-ой. Осторожно, Патрисия. Черт. Привязали ее, да? Привязали? О, боже. Ну она вот. Просто понервничала маленько. И нету... Без приключений не обошлось. Confidence. Yeah, I got it. Так. Yeah, I literally, это like, ее. На нее. Окей, иди телефон давай, подзаряжай быстро. Please. Нам ехать надо, мы вообще вернемся, я не знаю когда. Кошмар тут, видите, в деревне. Как у нас. В любой деревне в Америке темнота сплошная. Я сказала, как у нас сигнал будет, я буду отправлять. Смотрю, сколько мы едем. У людей практически нету, как у нас. Вот фонарь стоит около дома. Mm-hmm. Светятся просто окна. Полностью темная улица. Но это ничего не значит. Человек может поставить. Конечно, это стоит денег, но... Вот там спереди есть у одного человека. И там вижу еще в одной стороне. А так, сколько мы проехали домов, только светятся окна. Полностью темнота. Нету никаких фонарей. Смотрите. Глухая деревня. Ну, везде живут люди. Везде фермы. Ну, мы поставили фонарь. Выбираемся. Едем медленнее. Сейчас мы везем груз, поэтому очень осторожно едем.